Сегодня утром в селе Сасыр Момского района убит участковый. Преступление совершено при исполнении служебных обязанностей прямо на рабочем месте. Сейчас следователи только выехали на место происшествия. И вот что сообщили нам в пресс-службе МВД республики. По подозрению в совершении данного преступления членами добровольной народной дружины села Сасыр задержан 35-летний житель села, ранее судимый за нанесение тяжкого вреда здоровью. По предварительным данным, с ним также находился житель села, который впоследствии совершил суицид. Сотрудник полиции по службе характеризовался положительно, вел здоровый образ жизни, имел 4 детей. В настоящее время на место происшествия направлена следственно-оперативная группа. Референт пресс-службы МВД по республике Саха-Якутия Егоров Артем. Специально для новостей НВК Саха.